Мы находимся на выставке Metro Expert, говорим с нашими гостями, экспертами. Светлана, расскажите, что вы делаете на выставке, какие цели преследуете? На выставке мы принимаем участие, на выставке хотим показать свой новый товар и рассказать о том, что у нас планируется в апреле выпуск новых продуктов, таких как мясные батончики, это линейка для мужчин, и линейка бьюти для женщин, которая предназначена для поддержания молодости, красоты и красивого внешнего вида. Поэтому пробники, дегустация проходит у нас в нашем зале, как бы на нашем стенде. Очень хотим получить много отзывов обратной связи по этой новой линейке, которая планируется выпуститься. А также представляем нашу линейку, которая уже есть, торговой марки Effort. Протеиновые батончики, мюсли-батончики, здоровое спортивное питание. А вот это тематика ЗОЖ. Как у нас аудитория российская готова вообще к этой тематике, к этому тренду? Он европейский, он американский, он хорошо там развивается. А как в России развивается? Сейчас тема ЗОЖ вообще очень актуальна. Все покупатели, все клиенты, они прямо уже целенаправленно идут и уточняют эти моменты, потому что все сейчас озабочены тем, что они едят, читают этикетки, смотрят составы, и это очень важно. И мы в нашей продукции сейчас выделяем то содержание, тот состав, действительно, который полезен, который приветствуется и на который делают упор магазины здорового питания и сети. ЗОЖ – это очень важно. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями и экспертами.